Базил тебя спасать. Мы вместе пришли спасать. Да нет! Я по правде без XP. Ну я ж спросил, спасать тебя или нет. Ой, только сейчас заметил этот валдырь, этот модификат. Чё как? Ну, у меня есть автомат, проще. А вот это что-то валяется. О, патрончики. Чё? Тут патрон. Ну ща. Это всем. Тут гранат еще полно валяется. Так, вот это дробовик, да? О, 19. Чё? Ну тоже дробовик. Ну и где он? А вот. Кондукционный мыслитель. А что он делает? А, это щитов. Хью карабин. А у меня такой был, дурацкий. Ну, я взял дробовик, да. Сколько у меня синего оружия? Навороченный закон. Откуда у меня такой? Даже не знаю, когда я успел. Так, ну это у меня все пока недоступно. 19. Здесь 7 минут. Считать. Так, это что? 63, 630. Ну скажите, пусть посидят в приемной, я сейчас приду. Чё, какой доброволец? Психолог? Кто идет? О. А это мы уже все в зоопарк зашли? Так, те органические будут враги. Что-то у него прям совсем плохо отнимается. Убегает. Мне кажется, пора ему гранат подкинуть. Абсолютно. Чё-то он какой-то это. Опасный чувак. А ну вот. Ну теперь мне конец придет, наверное. Что? Почему? Я сматывался. А я ждал и надеялся, что убью его, но нет.
Кто он-то? Ты же вроде внизу. Так он ко мне пришел, прыгнул и побежал за мной. Там два БДС получается. Че, Бейзл, у тебя под контролем все? На живца? А может он нажрется и лопнет? Ну все, я не успеваю. Все, Бейзил лопнул. А где он? Куда ты? А, вот он. Посмотреть поближе на него. Ой, нифига себе он. А что ж он все в меня-то да в меня? Ну, я сейчас помру. Ну, мы командно умираем, да? Вообще, прям чуть-чуть осталось, может, сейчас. Я успел. Вообще такое. Пиксели такие страшные. Для психа какой-то модификатор там валяется. Ну все, уже можно спускаться, не опасно. О, там идут какие-то крадутся. Вот они. Взрослый скат. Скарк, или как его там? Фига себе, мне эти не нужны гранаты. Блин, тебе граната нужна? Тут есть. Ладно. Так, а мне там очков не дали за что-нибудь? Нет. О, критический урон сделал. 603 у меня очка. Что за компьютер тут? Пулючий по площади, а что это такое? Это тысяча... Нет, это... Хотя... Возьму, потом разберусь. Это справа еще, вот он. Он быстрый. Да что он? Чё-то мне уже так шею устал. Опять мне не тот орудий.
На, вот тебя в жопу. Нифига себе как. Царап. Ну мы этих невидимых бьем. Живоглот охотник. Потому что я ему в жопу из дробовика стрельнул. Психиару-то как. Прям все так мелькает. Ай, как нас чешется.